Всем привет, с вами Гимлот, и мы продолжаем играть в игрушку Hearthstone. Я несколько дней не играл, у меня уже накопилось два квеста. Я попытался сделать один из них, но у меня сломался компьютер, и сейчас он немножечко воскрес, и я решил продолжить эту игру. И в этот раз мы поиграем за разбойника. Потому что по квесту у нас разбойник или друид. Друид у меня не очень сбалансирован. Разбойник чуть лучше собран. Поэтому мы пойдем играть именно им. Вот так вот. Итак, ждем. Ждем нашего соперника. Что же еще такого сказать? А Hearthstone будет выходить, наверное, не так часто, как Half-Life прохождение, поскольку не всегда удается в него поиграть. Ага. Он против нас играет охотник. Так. Лишнего уберем. Удар в спину мы на всякий случай оставим. Хорошо. О, с монетки. Мы ходим вторыми. Это очень хорошо. Да. И идем дальше. Какой же нам охотник попадется на этот раз? Охотник, который будет бить нас в лицо. Вот какой-то охотник. Хорошо. Тоже возьмем ножики. И пока он там не наставил себе всяких секретов, будем его каутировать. Закроем ему ворота. Хотя нет, откроем. Пусть убегает. Ставим кузницу. И запустим у него камнем. Больше на уголь похоже. Угу. Хорошо, пора так пора. Давайте мы. Сделаем. А придется потратить существо. Я хочу просто использовать эту карту, но получить 5 урона за просто так. Ну. Хотя ладно, не стоит. Не стоит, давайте мы возьмем. Так. Хотя, с другой стороны, мне лучше было бы существо оставить. Да, потому что произойдет вот это. О чем я боялся. Давайте выпустим Йетти, он такой большой и страшный. И выйдет волк большой и страшный и пучит нашего йети. Да. Сделаем так. Да, надо его продолжать бить в лицо. Нужно продолжать, потому что карта у нас одинаковая. А мои существа чуть-чуть кончаются. Хорошо. Рывок, и он... Да, он хочет убить его. Убить его полностью. Хорошо.
Хорошо, мы убьем твоего люторога. И раз, и заберем его. Мы показали, что у нас есть. У нас есть такой всадник большой и страшный. Может быть, у него ничего нет? Вот этот вариант, что он не может, если что, спустить собак, поскольку у меня нет существ. Ну, замечательно просто. Давайте посмотрим. Давайте мы возьмем карту. Жаль, чуть-чуть маны не хватает, чтобы вызвать огры и укол. Тогда мы делаем так. О, еще укол. Делаем так. Хорошо. И давайте ударим ему в лицо. Я понимаю, что это может быть глупо, и надо было его ударить два раза, но нет. О, привет. Мне нужно убрать его, поэтому. Раз. Два. Три. Четыре. И пока Огр еще жив, вот так. Хорошо. Потому что, ну, лишний урон не бывает. Я не люблю такие моменты, когда не хватает одного урона и. Так, вот тут как раз он всех уничтожил. У него больше нет залпа. Это с одной стороны даже хорошо. Что мы делаем? Мы бьем его в лицо. Раз. Два. У меня, по-моему. А, нет, у меня еще вроде есть мурлок рывковый, если что. Привет, голодный конюк. Питомец с рывком. Хорошо, он набирает карты. И что сделает питомец с рывком? Да. Он сделал правильное решение для себя. А, две ликвидации. Ну, просто чудесно. Давайте мы убьем этого. Так, ликвидируем этого. Хорошо. Не нужно существо. О, гончие недра. Замечательно. Шаг сквозь тень. Ты, конечно, очень замечательный, но. Сейчас я ему проигрываю по урону. Что же ты сделаешь? Что же ты сделаешь? Уторок. Хорошо. Раз. На, и еще. И на следующий ход я. На этот ход я умираю. Это было достаточно интересно. По крайней мере, не было всяких там легендарок непонятных или еще что-то. Но мы нанесли ему 22 урона.
Продолжим. Продолжим. Если бои будут достаточно быстрыми, можно даже попробовать 4 игры засунуть, а не 3. Итак, ваш противник. Кто наш противник? Паладин. Утер. Джосема 2222. Интересно, зачем он себе такой номер присвоил длинный. Все остальные были заняты, он только 2222. Так, скажем ему здрасте. Скажем ему здрасте и посмотрим, что же он сделает нам такое. И я надеюсь, что в моей колоде есть слизнюк. Потому что оружие. Хорошо, положи это яблоко себе на голову. Как мне нравится эта фраза. Но зато мы смогли хорошо разыграть это существо. Поскольку карта стоит 0 маны. Так, этому нехорошо, извините. Давайте посмотрим. Возьмем карту. Угу. Замечательно. Раз. Два. И да, у него, возможно, есть освещение. Ну, давайте нанесем ему побольше урона, пока можем. Потому что вдруг у него освещение сейчас не выпадет на четвертый ход, и я буду радоваться. Очень странно, почему он решил... Значит, у него есть освещение, поскольку он решил не убивать моих существ. Хорошо, тогда давайте сделаем так, сделаем так, сделаем так. Я сейчас пожалею из-за того, что я не убил эту лучницу. Но у нас есть ликвидация. Если он с ней сделает что-то. Что? А, да, у него освещение. Как я и говорил. Здравствуй, здравствуй, освещение. Если паладин не убивает вас сразу, значит, у него есть освещение. А вот и клинок. Ух ты какой. Слизнюк, если ты есть, выйди, пожалуйста, из колоды. Я смотрю, у него тоже колода всякой мелюзги. А, так, хорошо, давайте мы еще и возьмем карту. Угу. 3 урона. Давайте начнем. Тратит свой меч. Надеюсь, у него сейчас другого нет. Есть! Ой, как мне нужен слизнюк. Ух, как он мне нужен. Да, у него колода всякой мелюзги, которая держится на том, что он их бафает своим мечом и получается всякая разная бяка. Хорошо. Давайте мы сделаем... Что бы мы сделать могли хорошего? Давайте лопнем пузырик. Посмотрим, что у нас. У нас есть Воркин, у нас есть... Давайте мы потратим рывковую карту.
ситуация не очень хорошая. Мне нечем сейчас зачистить стол. Да, это жестоко. Хорошо. Так, мы можем уничтожить, скажем, это существо. Далее мы выпустим огра, который у нас готов. Потом мы выпустим воргена. Ударим его в щи. Ударим его так. И посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. 6, 9, 10 урона у него. 10 урона. Если он еще 3 найдет, то все. Итак, он, наверное, сейчас просто зачистит мой стол, да, чтобы не мучиться. Хорошо. Шаг сквозь тень. Ты мне не поможешь, к сожалению. Да, по-моему, здесь уже мне ничего не поможет, потому что карт у него 5, у меня одна и то. О, все, понеслась. Щит Аргуса, все. Все, я с тобой не играю. Би-би-би, паладин. Вот так вот. Понаставил себе всякого. Би-би-би. Так, 30 уровень. Хорошо. И идем дальше. Что-то не ладится. Может быть, сейчас мы выиграем. Может быть. Потому что раз чуть-чуть не хватает. А, надо было сейчас, кстати, посмотреть, может быть, у меня все-таки был там слизнюк или не было. Трал. Шаманы какие-то стали тоже не очень приятные. Почему-то вначале идет все хорошо, потом у них появляется куча тотемов, с которыми просто справляться очень плохо. И очень часто вылезает нужный тотем, который меняет всю игру. И похоже, он сейчас именно это и сделает. Да. 2 урона у меня, 1. А. Хорошо, 1 урон. Я не против. Хорошо, ему подать танк. Танк. Мы ломаем и все-таки дотрагиваемся до него. Сейчас хороший ходом было бы забрать его, но не убивай его. Топор бури. Что-то сегодня день какой-то шаманов с оружием всякие такие. Хорошо. Я надеюсь, мне не попадет сейчас шаман, у которого есть гроза.
что было бы очень печально. Размножим моих прихвостней, чтобы было чем уничтожать его тотем. И тотем лечения. Так. Выпускаем. Если он выживет, я сделаю ему укол. Давайте мы сделаем так. О, как коварно. И 5 урона. Вместо 2. Заклинание. О, ну, мимо. Эх, попал. Попал куда надо. Хорошо. Серия приемов. Давайте я просто уничтожу так. И ударю его. Называется, где-то был клинок, когда я сражался с паладином. Ага. Так. 7. Просто хочу оставить существо на столе. Я, конечно, могу его сейчас убить. Укол. Потом. Так. Да, я лучше сам ударю, чем потеряю лишнее существо. Вот так. Хорошо. Иметь существо на столе – это полезно. Угу, мастер. Мне специально попадает сараж колоды. Вот просто идеально не придумаешь. Вот ему нужен был сейчас танк, ему он и выпал. Хорошо. Давайте начнем. Так. Раз, два. Так, так. Я сейчас пожалею из-за того, что я не убью вот этого лидера рейда, но... Если ему сейчас так будет вести с тотемом на защиту, то будет очень плохо. Что он сделает? Заклинание? Не, понятно. Инвентарь. Странно, почему он его не... А, ну да, тут все равно куда его ставить. Хорошо, что он делает? Он убивает Йетти. А тут ему и так хватит урона. Не трогай свечу. Хе-хе-хе, раз. Два. Неужели? Неужели удалось? А, ну хоть не в сухую, хорошо. 83. Давайте еще одну игру. Во-первых, я посмотрю, стоит ли мне в следующий раз надеяться на Слизнюка. А, его просто нет. Понятно. Хорошо, такая
Колода без слизнюка. Ладно. Давайте еще один бой, четвертый. Серия, может быть, чуть-чуть затянется. А может быть и нет. А может быть все пройдет быстро и без шума. Молфурион. Я надеюсь, у него не будет всяких там бафов ненужных. Хорошо. Так, это мне пока не пригодится. Мне тоже пока не пригодится. И монетка, а главаря братства нету. О, есть. Есть. Это хорошо, это очень хорошо. Я не помню, я сказал здрасте, здрасте. Что-то я задумался. Пропустил этот момент. Но, по крайней мере, он со мной не поздоровался. А нет, он чистит мой стол. Кстати, теперь мы поздоровались друг с другом. А, так, поэкономим чуть-чуть карты, возьмем нож. Удар, удар. Если что, у нас есть карта с рывком. Но, похоже, он сейчас будет... А, нет. Он сейчас будет накапливать все кристаллы, а потом меня будет дрючить большими существами, поэтому надо быстрее с ним расправляться. Хорошо. Выпустим нашу свечку. Потому что всадник он сразу бьет. Свечку он помучается. Или потратит какое-нибудь заклинание. Мазохист. Служитель боли. Отлично. В лицо. Давайте сделаем так. Давайте выпустим Йетти. Дарим его. И посмотрим, что будет дальше. Шеван... Д... Господи. Швансет. Немец. Ага, а он тоже хитрый, у него тоже есть рывок. И укус. И давайте мы все покажем, кто у нас умрет. Умрет у нас Йетти. Да, они оба умрут. Хорошо. Нет? Что ты делаешь? Ну, хотя тут без разницы, как бы он сделал. Хорошо. Хорошо. У меня есть еще. У меня есть еще Йети. И у него есть Йети. Замечательно. И все просто замечательно. Давайте мы осмотрим. Заманчивый главарь братства. Серия приемов нужна, чтобы я мог что-то сделать веселое. Два. Нет, шесть уже будет. Я не хочу Йети в Йети впихивать.
Ну, похоже, придется. Раз. Хорошо. Ну, хотя бы так. А так будет больше маны, можно было укол, рывок и меч. Хорошо, вот его козырь. Может быть, мне сейчас выпадет ликвидация, и мне не придется с ним мучиться. Странно. Я думал, он убьет Йетти. Он решил сделать это по-другому. 4, 5, 6. Конечно, я могу его. Шаг сквозь тень. Хорошо. А? Так, еще два урона. 5. Давайте перед. А, по-моему, надо было с ним им походить вначале. Ладно, неважно, пусть он у нас останется. Йети пожертвует, я пожертвую своим ХП. Ликвидация не пришла, когда она была нужная. Очень плохо. Очень-очень плохо. Ладно, у нас есть два существа на столе. Это уже не так плохо. Размах. Чудесно. Все просто чудесно. Интересно, а в чем он думает ошибся? У него там еще какая-то карта была. Или он про то, что я потратил карту зря? Может быть, про это. Хорошо, наш толстячок. Хорошо. Мне сейчас более-менее нравится то, что у нас у него кончаются карты. Мне не очень нравится, что у меня кончаются карты, но хотя бы. Давайте сделаем так, сделаем так, сделаем так, сделаем так. По крайней мере, у меня есть два существа. Он потратил размах. По-моему, он потратил уже две карты. По три урона потенциально, которые могут нанести. Либо один урон дать карту, либо три. Хорошо, он берет мишку. Которую я не пробью. А теперь я пробью мишку. Есть! Ура! Ура, ура! Ура! Ликвидация хоть сейчас пришла. Бей, нет, круши! Да, мне очень нравится озвучка Огра. Огр. Огр из World of Warcraft. Ага, он так долго держал Северного Волка, надеялся на много-много карт. Хорошо. Ура! Еще одна ликвидация. Может быть, не зря, что она тогда не пришла. Бей, нет, круши. Давайте так. Оу. Хорошо. Мне же это не очень хорошо. 5.
5 урона. Я, конечно, могу уничтожить этого товарища. Давайте нанесем ему 5 урона. О! Не зря. Мне повезло. Ура, ура! Мы выполнили квест. И на этом я закончу эту серию. Всем спасибо за просмотр и до новых серий.